Обменные показы среди театров проводятся по всей России в рамках национального проекта «Культура». Большие гастроли включают в себя 6 направлений – зарубежная, межрегиональная, студенческая, для детей и молодежи, а также спектакли ведущих театров страны. Цель не только привлечь новых зрителей, но и повысить уровень взаимодействия театральных коллективов. Сегодня Тамбовский молодежный театр встречает актеров свободного пространства из «Орла». Уже мы не первый год участвуем в таких обменных гастролях. С 2017 года у нас идут такая работа. А в этом году, после пандемического года, мы вновь ее возобновляем. В этом году к нам приехали гости из свободного пространства. Спектакли Орловского театра, которые привезли показать тамбовчанам, ориентированы как на взрослого, так и на юного зрителя. Для детей будут представлены постановки «Маленький принц» и «Как у зимы лютой сердце появилось», а для более старшего поколения «Чучело», «Зимы не будет», «Пижама на шестерых». Нам хотелось немножечко показать разный репертуар, с учетом того, что мы технически еще можем на этой сцене сыграть, потому что у нас театр чуть-чуть по-другому устроен. В дорогу не все спектакли, которые у нас есть, мы можем предложить. Поэтому такой получился немножечко компромиссный, но, на мой взгляд, достаточно симпатичный вариант. Одна из особенных постановок всей программы – «Чучело». В ней поднимается одна из актуальных проблем всего мира – буллинг, подростковый протест и жестокость. Поэтому жанр постановки – именно спектакль «Бойкот». Эта история не только для школьников, но и для взрослых, которым иногда нужно вспомнить, каково это быть подростком. Этот спектакль довольно-таки непростой в плане, можно сказать, что он жестокий. Он про, это сейчас буллинг называется, но это травля на самом деле. Вот. И оно должно быть некоторым предупреждением, что это будет непростой материал. Уникальность всех спектаклей – музыкальное сопровождение. Нередкость даже встретить в постановках Орловского театра песни и композиции, написанные артистами. Зрителей ждет живая музыка, которая погрузит в каждую историю, показанную на сцене. Если вы все пропустили и узнали о выступлении Орловского театра в Тамбове только сейчас, но очень хотите посетить спектакли, у вас все еще есть возможность приобрести билеты как на сайте, так и в киосках молодежного театра. Но поторопитесь, билетов осталось ограниченное количество. Подробную информацию вы найдете на сайте tmt.tambov.ru. Полина Матовникова, Олег Осипов, Наталья Демина, «Область новостей».